Управление транспорта и организация дорожного движения совместно с представителями РЖД и сотрудниками линейного отдела полиции провели очередной рейд, направленный на снижение травматизма на железной дороге. В городском округе его организуют повсеместно сегодня на станции Люберцы 1. Подробнее в сюжете. С пассажирами проводят профилактические беседы, напоминают об ответственности за противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта. Это правильные мероприятия, они помогают нам снижать травматизм в железнодорожном транспорте. Люди в большинстве своем понимающие у нас правила нахождения на железнодорожных путях, они в первую очередь важны для них, для их здоровья, для здоровья их близких. Это самая протяженная станция в городском округе Люберцы. Здесь наиболее большой пассажирский поток. В сутки здесь в среднем где-то порядка 3000 пассажиров, и которые приезжают и уезжают. Мы продолжаем свою работу, усиливаем контроль на станциях, усиливаем контроль по профилактике. Проводим регулярно обследование железнодорожных путей совместно с сотрудниками АПИ и РЖД. Такие рейды проводят регулярно, и они действенны. Статистика последних лет говорит о значительном снижении количества погибших. Рейд – это часть программы по усилению безопасности на дорогах, уменьшению травмоопасности, смертности. На самом деле вот эти меры приводят к серьезной динамике, положительной. Здесь комплекс мер действует, и работа с зацеперами, и контроль дополнительный на переходах, таких народных тропах. Ставится ограждение. Работа по профилактике травматизма на железной дороге будет продолжена. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.